Сейчас я покажу вам, как с помощью одного маленького заявления можно починить мост. Недавно я снял небольшой ролик и отправил его в администрацию. Проспект Михаила Нагибина. Вот это вот южный автомобильный мост, и он протекает. Вот в этом месте капает. Вот лужа тоже капает. И вон лужа капает. То есть капает отсюда сверху, с моста. Но при этом этот мост недавно ремонтировали. На той стороне вижу оранжевые водоотводные трубы. Почему же тогда здесь капает? Что не так? Ответ. Указанная в обращении течь была вызвана посредством загрязнения водоотводного лотка. В настоящее время работы по очистке водоотводной системы выполнены в полном объеме в рамках содержания. Директор ДИСОТИ Васильев.